Здравствуйте. Сегодня будет фурнитура. Покупала я ее давно, но ссылки все живые. Они есть, я проверила их, когда собирала все ссылки. Так что вот так. Вот такие диски купила. Они не совсем привычной формы. Они такие вот волна, более глубокая волна. Вот, она почти пропеллер, эта волна. Вот так они выглядят. Мне они понравились, во-первых, своим цветом. Но видите, они такие вот глубокие. Вот глубокая очень волна идет. И я думаю, что их можно будет вставлять. Вот если надо, например, какой-то цилиндрик можно, наверное, с бусинкой соединить через них. Или в браслеты они хорошо пойдут. Вот сейчас проверим. Вот так. Может, маленькая бусинка лучше ляжет. Вот маленькая бусинка прям очень хорошо садится прямо вглубь этой волны. Наверное, и сюда можно маленькую поставить. Сейчас попробуем. Вот так, если сделать. Вот видите, между бусинами 6 мм, они или 8 это. Между бусинами 8 мм вот эти волны вот так становятся. И бусинки в них утопают. А если большая бусинка, она как-то похуже. Это у меня, наверное, 12 миллиметров. Вот, она туда внутрь не садится уже. Очень красивые переходные бусинки купила. Видите, какие они мне понравились. Маленькие, миленькие, но очень симпатичные. Хорошо должны смотреться. В украшении. Они овальные и довольно тоненькие такие. Так. Следующее вот из этого магазина, что я вам говорила. Там вся металлическая фурнитура огромная, а бусины акриловые. Вот такие вот большие. Вот проставочные бусины, чем они меня привлекли? Очень хорошо в чокер, вот под петельку какую-то, да, под подвеску ставить вот такие бусины. Смотрите, у них такая форма хорошая, и сюда хорошо сядет подвеска. Но вот 12 миллиметров, видите, плохо садится в них. Сейчас попробуем вставить. У меня все падает. Бусину-цилиндр. Но вот я бы все равно какую-то шапочку еще проставила вот сюда вот. Потому что она такая крупная, и она немножко как бы их теряет. Эти бусины все. Давайте попробуем еще ставить просто бусину без ничего. Ну вот нет, надо что-то еще вот сюда вставить, чтобы вот она хорошо смотрелась. И вот такие маленькие. Тоже предназначение, но намного меньше. И в них, мне кажется, бусинка уже может сесть, потому что у них вот с этой стороны выемка. Вот видите? Вот здесь она как бы углубление имеет, эта бусинка. У нее выемка. Сейчас попробую так лампу поднять. Вот видно ее. И бусинка в нее садится. Вот у этой бусины вот здесь прямой участок, она не садится. А здесь выемка, и бусинка хорошо садится в нее. И таких бусин всего 12 штук в упаковке, а больших бусин 10 штук в упаковке. Забыла вам сказать количество дисков. 20 штук в упаковке, и маленьких бусинок 30 штук в упаковке. Так, следующие бусинки, вот такие проставочные бусинки. Я не знаю почему, заказала их два раза. Вот, они вот так садятся на пен. Неплохие. 12 миллиметров у них диаметр, 3 миллиметра у них ширина, но они односторонние. Вот вторая сторона у них плоская, ничего нет. Одна сторона вот с рисунком, а одна плоская. Я их, в принципе, для вышивки купила, они вот для вышивки неплохие могут быть. И вот такие бусины большие. Уже некоторые девочки их показывали в серебряном цвете. Их всего по 2 штучки идут. Вот золотых бусин по 10 штук
в упаковке продается. Сейчас я вам скажу. Вот смотрите. Две штуки серебряных бусин стоят $1.22. Ну, стоили, не знаю, как сейчас. Вот, видите, они, во-первых, маленькие. Вот, $1.22 стоили серебряные бусинки. А вот эти бусинки, 10 штук, стоят 4.58. Так я их покупала. То есть, примерно то же самое. Та же цена, размер вот разный. Эти маленькие, эти вот такие крупные. У них диаметр, даже не знаю, не померила. Сейчас померю, скажу вам. Диаметр у этих 16, а вот у этих диаметр 12. 12 миллиметров, а у этих 16. Вот, вот такие другие бусины. Опять же, в том же магазине, где вот крупное все. Так, мелкие, очень симпатичные проставочные бусинки. Сейчас покажу вам их на примере. Вот такие, смотрите, какие красивые бусинки маленькие. Диаметр у этих бусинок 10 миллиметров. Они хорошо смотрятся между бусинками. Очень красиво может это получиться. Вот так, вот такое что-то собрать. Они очень хорошо смотрятся между бусинками. И вот такие бусины интересные, видите, они двойные. То есть через них можно две нитки пропускать. Вот такие красивые бусины, бочоночки. Три цвета вот таких плоских бусин купила. Ну, по-моему, их уже показывали не один раз. Эти бусинки имеют по 25 штук в упаковке. Вот я купила бронзовые. Они такие прозрачные внутри. Сквозные бусинки. Бронзовые, серебряные и под золото. Не уверена в качестве золотых. Эти хорошего качества. Так, следующее. Шапочки. Ну, вот таких шапочек у меня еще не было. Уже какие не были, а вот таких еще не было. Они, чем мне понравились, они, вот видите, садятся на 12 миллиметров. Я их купила, в принципе, чтобы несколько нитей как бы из них выпускать, но они недостаточно длинные, недостаточно конусные, но все равно очень красивые. Вот видите, у них вот, я сейчас покажу бронзовый. По-моему, в бронзе лучше видно текстуру их. Вот такие вот они. Красивая текстура у них. Вот они на 12 миллиметров, видите, как садятся. Вот так. Так, что еще у меня есть тут интересного? Вот такие красивые шапочки. Они немножко плоские. Диаметр у них написано 10 на 13, но они еще должны иметь какой-то диаметр. Видите, они вот здесь не круглые. То есть на них посадить бусину невозможно. Это надо туда что-то вот или шнур вставлять, или цепи вставлять. В общем, шапочка красивая. Ну вот 10 миллиметров садятся на нее, но не так, как надо, да? Эта шапочка именно хороша для шнура, наверное. Вот, девочки, смотрите. Красивая очень, необычная такая форма. Таких шапочек всего 10 штук в упаковке. Так, вот купила такой замочек тогл. Я замки тогл покупаю ради колечек в основном. Здесь мне чем он понравился, этот тогл. Вот мне еще туда, в эту упаковку засунули, не знаю, как бы такое красивое кольцо. Одно всего было, я его вытащила. Тоглов 25 штук, по-моему, в упаковке. Сейчас посмотрю, скажу вам точно. Да, 25 штук в упаковке. Посмотрите, вот этот тогл, вот у него вот здесь тоже дырочки есть. То есть можно зацепиться вот так за него и вот сюда что-то вывести. И будет такой центр браслета может получиться. Можно, ну не знаю, что еще, но я, в принципе, такие замки покупаю как окончание украшения, чтобы к ним
зацепить карабин. И поэтому вот этот более такой... Этот более такой красивый, то есть обвязывающий, его можно обшить как-то. А вот эти замочки просто как колечки я покупаю. Видите, вот с этим делать нечего, в принципе. А вот эти вот колечки в конце украшения, вместо того, чтобы обычные колечки ставить, очень даже симпатичные. Вот я купила 4 цвета. Диаметр у этих 13 миллиметров у этих колечек, их по 20 штук в упаковке. Для карабинов, для любого окончания украшения очень даже хорошее колечко. Вот оно есть в медное, бронзовое, золотое, серебряное. Красивые. И вот такие проставочные бусинки, простые очень. Но они всегда нужны, такие цветочки объемненькие немножко. Под бронзу. Не знаю, ли видно их. Вот вроде лампа уже прям на них. Что-то я не вижу, как они засвечены. Вот так, красиво. Ну, а теперь более такие вещички интересные. Вот такая подвеска красивая, бронзовая, немножко выгнутая. Вот таких подвесочек 15 штук в упаковке, 27 миллиметров диаметр у нее. Видите, красивая очень подвеска. Наверное, можно и двойную ее делать. Она симметричная. Но я ее, опять же, купила для обшивки. Вот вшивать ее как кабошон куда-то будет очень красиво. Вот такие подвесочки, цветочки. Красивые цветочки, петелька у них, вот видите, вот так расположена в верхней части этого цветочка, куда-то в браслеты вставлять, просто вешать как подвески между бусинами, должно быть неплохо. И они такого хорошего качества, красивые, черненые немножко. Бусинки интересные, такие необычной формы мне понравились. Такие вот бусинки, видите, какая у них форма, в золоте и в серебре. Они должны неплохо смотреться. Давайте посмотрим их между бусинками, как они смотрятся. У них такой острый носик, и, наверное, если в бусинке есть дырочка побольше, они должны в нее хорошо сесть. Ну, вот и так, видите, вот как они сидят, вот так. Неплохо совсем. Сейчас попробуем бусинку с большей дырочкой. Вот эта бусинка с большей дырочкой. И вот носик прямо туда внутрь заходит. Заходит вовнутрь. Сейчас попробую навести на резкость опять. Вот, носик туда вовнутрь прямо заходит в эту бусинку. У меня еще одна есть такая. И он запирает, как бы, запирается. Видите, какая дырочка у нее вот такая, довольно крупная. И этот остренький носик между бусинками запирается вот так. Неплохие бусинки. Так, следующее это подвески. Опять же, они и подвески, у них есть петелька вот здесь внизу этих листиков. Видите, и сверху. То есть можно вот их как-то так подвесить и еще на них что-то подвесить. Вот такие интересные листики. Маленькие. Размер, если я написала, я вам скажу. Нет, не написала размер, но они маленькие. Вот так вот, если в ширину их мерить, у них 8,5, а так в длину где-то 12 миллиметров. Вот такие малюсенькие бронзовые и в серебре листики. Очень симпатичные беллы. Это премиум качество беллы в серебре и в золоте. По 4 штучки в упаковке. Открываются они вот так нажатием. Вот видите, легким нажатием можно их одеть куда-то и подвесочку подвесить. Такие маленькие или тоненькие беллики.
в серебре и в золоте. Так, когда я делала сердца, обратила внимание, у меня совсем не было ключиков. И вот я такие подвески-ключики купила. По 24 штуки в упаковке их идет. Их можно на браслеты вешать. Вот длина у них 27, ширина маленькая, ширина 9-10. На браслеты просто так, как шармики подвесить, там к удлинительной цепочке тоже будет хорошо. Две подвески очень интересные. Вот эта подвесочка подсолнух. Она не подвеска, она даже коннектор. Вот смотрите, у нее вот здесь есть петелька и вот здесь петелька. То есть можно это в цепочку вставлять. Можно делать ее между бусинками такую красивую. Можно что-то вот сюда вниз подвесить, сделать подвеску. В общем, такой... Он как бы какой-то цветочек, а вот, вот это как чертополох у него, бутончик вниз спускается, и лист чертополоха. В общем, не поймешь, что это за подвеска, что это за цветок такой. Таких подвесочек, коннекторов, 10 штук в упаковке. И вот такая красивая подвеска, мне понравилась. Она немножко в таком кельтском стиле, вот эта форма щита. У нее очень красивое вот это место петельки такое тоже обработанное, красиво, плоское. Можно на... Видите, небольшая дырочка, хорошо может одеться на мемори проволоку. Можно просто вот так зацепить за нее и наверх поднять что-то. Такие подвески. Их в упаковке. Только надо их найти. Куда я их задевала? Вот они. 5 штук в упаковке. Красивый рисунок. Филигрань очень интересная в цвете красной меди. Вот такая. Видите, большой такой элемент. 8,5 сантиметров на 3,5 почти. Можно, конечно, его и согнуть, чтобы был только часть. Можно использовать какие-то части этой филиграни. Можно использовать всю. Я когда ее заказывала, в принципе, у меня перед глазами был или чокер, или браслет. Вот браслет, если так согнуть, то тоже может быть интересное такое что-то. Сюда вот вшить что-то. В общем, такая филигрань хорошего качества, красивая. Еще одна филигрань. Я когда обшивала диски бронзовые, у меня были подвески бронзовые, вот я на нее обратила внимание. Вот такой, такая тоже хорошая круглая филигрань. Немножко пружинит, но не страшно. 6 сантиметров у нее диаметр, то есть из нее можно сделать очень красиво, вот так вот ее вшить, как кабошон, вот сюда что-то прошить, вот здесь что-то вклеить. Можно, в принципе, сделать здесь дырочку и через... просверлить дырочку и через нее что-то вшить сюда. В общем, вот такая красивая, она односторонняя, то есть ее надо шить, потому что можно, конечно, две поставить. Их всего 4 штуки в упаковке идут. Таких 2 диска. И последнее на сегодня. Оксана Свиридова показывала не один раз уже, как она бусины крепит вот такими вот заглушками для сережек. И у нее они силиконовые были. А вот я нашла вот такие и подумала, почему не сделать вот из этого просто как бы стопорные бусинки. Вот смотрите, если взять вот эту заглушечку, одеть, она плотно одевается вот на тросик или на что там. Вот видите, с трудом она одевается. Потом бусинку сделать. То есть использовать их как шапочки. Вот, потом еще одну. И бусинка сидит. И вот, и бусинка сидит тут. Никуда она не девается. Вот эти заглушки ее держат. Можно еще ближе их поставить. Можно их перевернуть, поставить их наоборот. И вот поэтому я заказала вот для пробы вот такие вот заглушечки. Сейчас попробуем наоборот их вставить. У меня тут цилиндр есть. Можно цилиндр тоже можно вот именно так, как я сейчас показывала вам. Пин уже кривой просто. Немножко тяжело на него одевается сейчас.
Возьму другой пин. Возьму другой пин. Сейчас одену. Попробую. Да что такое? Там внутри силикон в этих заглушках, как должно быть понятно, да? Вот если вот такую вот тоже одеть, вот видите, вот она одевается, и получается как будто бы бусинка такая переходная. А если сделать наоборот, если сделать так, сначала оденем бусину, потом заглушку, потом вот цилиндр. Цилиндр, вот, видите, одевается на заглушку эту. Вот, вот так. Тоже получается такой неплохой переход. И вот поэтому я подумала, решила взять, попробовать. Может, надо будет где-то. Они недорого стоят. Их в упаковке 200 штук. Это я микс взяла. Можно брать не микс. Вот, видите, и вот так. И будет такой вот. Ну, это у меня бусина кривая вся. Сейчас найдем приличную бусину. Вот, видите? Вот, можно так сделать. Тоже вроде ничего получается. Экспериментировать, во всяком случае, можно вот и с такими заглушками. Вот. Ну вот и все на сегодня. Такая распаковка фурнитуры. У меня еще есть несколько распаковок бусины. Я так все, что я получила, много заказывала. Разбила на несколько частей, чтобы было вам что показывать, чтобы была красота, чтобы мы наслаждались этим. И будем работать с тем, что есть уже. Есть у меня много. У каждого, наверное, уже запасы какие-то есть. Будем их потихонечку употреблять. Я постараюсь какие-нибудь видео сделать из каких-то альтернативных материалов. У меня сейчас несколько идей появилось. Посмотрим, что получится. До следующих встреч!